Я пришла в самый крутой музей не только Таллина, но и всего постсоветского пространства. Лена, знам. И откуда вы думаете, я вам вещаю? С капитанского мостика настоящего корабля. Попробовать симулятор.
что нужно для пешего путешественника, это чтобы начался снег, град, непонятно что. Чтобы это сыпалось тебе за шиворот. Но... Да. Даже при таких погодных условиях мне приходится идти пешком. Потому что экономия должна быть экономной. Преодолев все тяготы, я все-таки пришла в хостел. Сняла здесь кровать в номере на шестерых за 12 евро. И, конечно же, пошла греться за чаем. Решив погулять по вечернему городу, я забрела в огромный сувенирный магазин, где, помимо прочего, продавалось очень много странных штук. Очень нужна калюсика.
Ну что, кто перепробовал всю халявную еду? На меня продавщица смотрела просто как на сумасшедшую. Поужинать я отправилась в сад.
Что в таком необычном месте я еще никогда не была. Доброе утро! В это сказочное утро я решила посетить не менее сказочное место, Таллинский зоопарк.
поезде, в городском транспорте и увидели очертания старого города. Проезжайте прямо рядом, прямо вот 5 метров. Не обольщайтесь, не вылазьте на этой остановке, потому что здесь невозможно зайти в старый город. И нужно найти еще остановок 5, наверное, чтобы были ворота и вход в старый город.
не смогла сидеть в комнате весь вечер. Решила, что раз эстонцы самопьющая нация, то надо идти посмотреть на их бермудский треугольник. Я надеюсь, я вернусь оттуда. Я же правда не собираюсь напиваться. Просто ради эксперимента, ради того, чтобы узнать культуру. Эстонцы — самая пьющая нация в мире. Множество
Талин оказался